Так, ну вот и проснулись мы наконец-то. О, нифига себе, кресло само за мной двигается. Так, а что за кавардак? Опять ночью, что ли, кто-то заходил? Джимми, Билли, Вилли, вы как смотрите-то вообще? Кто ко мне в дом заходит? Вы бы их хоть сфотографировали там, не знаю. Все столы перевернули. Я тут порядок, значит, наводил. А они взяли все вверх дном, пустили, вешалка падает. Столик для фонариков. Как же я без этого столика-то держать? Да что ты падаешь? Тебе не надо падать, тебе надо стоять. Будь мужиком, стой. Стойте рядом. Нет, вы вдвоем на пол решили. Вам там что, больше нравится или что? Вам не нравится на моем столе? Тогда мы идем к вам, блин. Ладно, соседи поставлю. А куда? Вот к магнитику. Никуда неправильное все. Фигня какая-то. Падает и падает. Так, а этот-то стол как туда залетел вообще? Как ты здесь оказался-то? Иди в уголочек, стой. Да мне столько фонарей неясные, непонятненько как-то. Ну чё ж такое-то? Вот лежи. Вот молодец, лежишь и лежи. Да ну в топку это все дело, тут это бесполезно. Так антенна вся норе. Да, о, блин, да чё же утро? Не с той ноги что ли встал или чё? Только проснулся, на тебе сразу. Какие-то штуки непонятные происходят. Стоять! Стоять бояться. Вот, вверх будешь показывать. Ты стол, неужели нормально встать не можешь? Да ну тебя нафиг сюда поставлю. Все, пусть стоит, как есть. Вешалка, вешалка. Иди вон там где-нибудь поваляйся. Не нужна ты мне больше вешалка. Василич, ты дома, кстати, нет вообще? Как там у тебя делишки? Чем занимаешься вообще? А, Василич? Василич! Ты где? Серьезно, Василич, ты опять на крышу поди. Блин, у тебя там что, я не знаю. Чё ты там тусуешься постоянно? Медом намазан или чем другим, может? Ладно, мне с тобой больше не о чем разговаривать. Так, закрыто. Опять стучится кто-то. Не надо стучать. Мне не нравится, когда кто-то стучит на кого-то. Ну или по двери просто стучит. Так, вешалку пропустил, кстати, еще одну. Обалдеть, и шляпу, и цветок не забрал. Как-то я неаккуратно к своей работе отношусь. Все надо делать полностью. От начала и до конца, на все 100%. По-другому никак, мне кажется. Так, все, иди здесь, встань, вешалку туда отнесу. Ну, а шляпа мне и дома пригодится. Все, пусть там и лежит, как-нибудь достану. Буду модный сам и ходить среди всех. Да кого среди всех? Здесь только я и Васильевич, и больше нету никого. Все куда-то подевались. Постоянно все куда-то деются. Чё ж такое происходит-то каждый раз? А, блин, я забыл, зачем я домой-то бежал. У меня там ключи просто дистанционные. Я за полкилометра открываю все. То есть у себя в доме нахожусь, замок кручу, и дверь у соседа открывается у Васильевича. Мне специально такую фиговину сделали. Вот, сейчас и откроется на третий этажик. Оттуда все повыносим. Мне кажется, долго я это все дело выносить буду. Ну ничего, я думаю, что справлюсь. Со всем этим делом. Еще коробок понаставлю под машины. Так, как-то надо отсюда технично это все дело выносить. А, ну вот, в принципе. Можно особо и не париться. Так, там, надеюсь, ДТП никакое не создам. Не, ну а если создам, даже хоть людей увижу. А то не вижу здесь никого. Сколько можно-то? Сидишь здесь, какими-то своими делишками занимаешься потихоньку, помаленьку. Не видишь никого. Чё ж здесь поделаешь-то? Ничего не поделаешь. Так, ну давай, давай, берись, всё, берись. Лети, лети, моя прелесть. Эй, блин, да ты чё, я не... Блин, мне... Чё, мне ноги назад пришили? Кошмар, что ли, какой-то снился или чё? Походу, так оно и есть. Так, там, надеюсь, ничего не закрылось у нас? Да нет, открыто. Ну, замки на расстоянии, это, конечно, интересно. Скоро... О, здорово, Василич, ты чё гуляешь? Тебе чё надо от меня? Ты чё сделать-то мне хотел? Ты давай завязывай своими вот этими голубыми штучками. Не будешь завязывать? Да стоило бы. Всё, побежал куда-то. Надо пойти за ним, посмотреть, как у него там делишки обстоят. Он постоянно куда-то бегает, нифига не помнит. Вот идёт, чё-то сейчас за ним пойдём, последуем. Куда он идёт? Зачем он идёт? Так еще прям шагает, я не знаю, грозно как-то.
Как будто, знаешь, арбузы дома забыл, вот и идет вот так. Ну, либо дезодорант не высох под мышками. Василий-то арбузы-то не забыл, на третий этаж куда-то пошел. Я оттуда вещи вытаскиваю вообще-то. И зачем ты туда зашел? А, Василич, что ты там делаешь? Там я делами занимаюсь. А, ты работу мою проверяешь, как выкинул коробки. Ну ничего, сейчас добросай. Ты за стекло извини, я уже просто привык у тебя в доме стекло разбивать. Это нормально. Так, все, назад куда-то пошел. Ко мне сейчас, наверное, выйдет. Или все, там застрял, там теперь ходить будет. Караулит, наверное. Ну правильно, вещей-то дома не осталось. Хоть последний, говорит, похожу по карауле, а то, говорит, ворует кто. Так я что-то не понял. Да опять здесь камер понавешу. Как они мне надоели уже, камеры твои. А ты где, Василий, собственно? Отстань от меня! Опять твои замашки непонятные. Это я камеру Петровичу утащу. Они ему нужнее, чем тебе. Он наблюдает за всеми с них. Он такой грамотный парень у нас, однако. Блин, стекло валяется, порезаться. Сейчас машины поедут, вдруг, блин, порежет их. Нехорошо как-то получится, если шина разрежет. Надо бы стекло убрать. Нифига у меня коробок. Да я король коробок, блин. Лёха мукомол. Так, ну ладно. Цветочек валяется, цветочек тоже забрать надо. Ой, часики валяются. Что-то, видимо, не дособирал в последний раз, но ничего, бывает. Да блин, не сюда. Да ой-ой-ой, все повылетало. Оп, отлично. Так, и ведерочка. Ведерко к ведеркам, конечно же, куда же еще? Как туда. Как коробки вообще сюда улетели, я ничего не пойму. Вроде все нормально было. Спать ложился. Блин, Василич, походу, бегает. О, Петрович, ты все чинишь телек? Че, как телек? Работать будет? Нет. Я что, дурак, что ли, с манекеном разговариваю? Да блин, куда, кого ты кидаешь-то? Чё, доставать его. Так, ладно, потом порядок наведу. Надо бы оттуда все поскидывать все-таки, чтобы все нормальненько у нас было. Цветочков-то сколько у нас? Вообще шикардосик, часики еще одни. Так, а вами можно как тарелкой запульнуть? Оп! Нифига себе! Вы что, в воздух ударились? Ну, короче, смотри, вдруг ворона решит узнать, сколько времени. А ты на крышах лежишь и оп! И нормально все, и куда они провалились? Часики! Делись куда-то. Интересненько, интересненько. Капкан, лампочка. Ты чё кидаешься-то? Лампочку надо. Нифига ты как прыгать умеешь. Я вот так в прошлый раз упал, так разбился. Пойдем за мной. Ты опять, наверное, забыл, где у тебя там площадка для занятия спортом находится. Постоянно забываешь, надоел уже. Сколько тебя туда проводить-то можно? Бегаешь, водишь тебя туда. Постоянно. Василич! Ты меня опять потерял? Чё ж такое-то, а? Пойдем. Иди сюда. Во, правильно. Вот здесь упал, отжался, здесь и занимайся. Ты здесь обычно занимаешься, Василич, так что не обращай внимания, все нормально у нас с тобой. Да что ты там хрипишь-то опять постоянно? Не надо хрипеть. Не надо все-таки, а то хрипеть это такое себе развлечение. Конечно же, так коробочку на место поставить. Опять куда-то все поразлеталось. Столик упал. А чё он упал? Стоял же столик, никому не мешал. Взял и упал. Постоянно какая-то фигня происходит непонятная. Я даже не понимаю, почему это все происходит. Опа. А ты чё еще понавешал? Да когда ты вешать-то успеваешь? Я вот только что с тобой разговаривал. Ничего здесь не висело. Опять повешал, смотри-ка. Сколько? 150 штук здесь решил навешать? Ну это, знаешь, такое себе, если честно. Развлечение. Так, ладно, пойдем. Здесь у нас дел целая куча недоделанных. Телевизор есть, кстати. Я уж думал, ты здесь стекло починил. Ну ничего, в следующий раз починишь, ничего страшного не будет. Так, все, давай, давай, летим. Так, что у нас здесь? Ящики всякие. Блин, ты с проводкой бы что-то сделал, то сгоришь нафиг.
Василич, как же я без тебя-то жить буду? Я здесь один вообще офигенно, мне скучно здесь, поверь мне. Я здесь постоянно один бегаю, это у тебя там приколюха, вышел одну каску, что-то разминаешься, какой-то фигней своей занимаешься постоянно. Но у меня нет такого прикола, если честно. О, мячик есть. Василий, что, в баскет будем играть? Надо ему реально мячик кинуть, пусть хоть позанимается. Не знаю, правда, куда забивать будет. Да чё ж ты не попадаешь-то, вылетай давай отсюда. Так, этот ящик давай, давай отсюда. Слышишь, что говорю, Василий? На это, в баскетбол поиграй. Вон, в камеру сможешь попасть, вот и сможешь. Но я тебе не буду все вещи выносить. Все, давай, развлекайся там. Старость не радость, как в детский сад его прямо-таки вожу постоянно. Он там ходит своими делишками, занимается потихонечку, помаленечку. Мне кажется, кресло не пролезет чуть. Да нет, нормально, пролезло все. Лишь бы не раз... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, чё ж опять творится-то, чё ж творится, так назад надо. О, отлично, чуть опять не улетел. И так все ноги отбил, постоянно в гипсе гоняю здесь по месяцу. Хватит падать так. А то фигня всякая случается постоянно. Так, ну почти все уже, почти все отсюда вынесли, смотри-ка. Какие мы молодцы. Кто мы, непонятно, постоянно к себе от третьего лица обращаюсь. Так, все, давай, все-все-все, туда вылетай, вылетай. Телек рабочий. О, отлично, дома поставили. 4D телевидение будет, 4К практически. Надеюсь, не сломался, пока летел все-таки. А то не люблю, когда что-то ломается. Так. Так, ну вроде все. И отсюда я, насколько помню, все повытаскивал. Мебель, жаль, не могу, не подкачался к лету, как-то вот не получается особо. Что самое печальное, я бы сказал. Блин, а вот это, мне кажется, не пролезет. Ладно, я тебя с собой заберу. Пойдем здесь что-нибудь посмотрим где-нибудь. Че смотреть, как дурачок с лампой по дому бегаю. Нет, блин, дома три фонарика лежит, а я с лампой здесь валиваю. С чем еще валивать-то тогда? Так, ну вроде нормальненько все. Надо поставить здесь Васильевича, Петрович, а то не видит нифига. Вот, смотри, Петрович, я тебе принес, чтобы тебе попроще было. Ну и стульчик, вдруг тоже сесть решишь. Ой-ой-ой-ой, что происходит-то? Ладно, стульчик себе заберу, так уж быть. Блин, намусорил что-то здесь, я прям так изрядненько, я скажу. Стулья, так. Надо телек еще один найти. И в 4К действительно все будет у нас. Сейчас давай попробуем. Второй, третий. Блин, главное не ломается, вот умели в СССР делать все-таки. Отлично все делали. Васильевич, походу, там же закупался. Правда, хату на телеке меняли, но это уже другой разговор. Так, давай стой. Во, нормально, прям вот 4D. Под любым углом все видно. Хочешь отсюда смотри, хочешь отсюда, еще можно правее повернуть. Не, ну а так-то почему нет? Ладно, пусть работает чуть. Люблю под какой-нибудь шум работать. Что-то происходит, и я работаю здесь, работаю. Блин, накидал здесь говна я всякого. Сейчас не разберешься, что здесь куда. Так, ящик у нас, насколько помню, там... Опа! Вот это, да, вот это поворот. Ящик, ты вот здесь должен лежать. Я смотрю, еще один ящик не долетел. Да блин, кто-то по ночам приходит, какой-то кавардак здесь устраивает, я смотрю. У меня руки тоже откуда-то из жопы смотрю растут. Никуда попасть не могу постоянно. Так и ты давай здесь поближе. Все, нормальненько. Здесь поближе сейчас все закидаем ящиками. Все, у меня есть целая куча ящиков. Так, еще ящичек. Еще ящик, отлично. Так еще. Еще и столы надо куда-то определить, так сказать. Не, можно прямо здесь на лужайке что-нибудь сделать. Ну а почему бы и нет? Все стоит на лужайке, никому не мешает, в конце концов. Барбекю там, не знаю, посреди дороги. Не, ну там машины ездят. Не ходится посреди дороги всякие барбекю. Куда ж ты улетаешь-то постоянно? Блин, Михалыч чуть не задел еще. Какого Михалыча? Все, я вот всех забыл, как зовут уже. Ну это нормально для сна. Скоро еще
Ноги ватные у меня стало, так даже бежать не смогу, мне кажется. И зачем ты везде свои соленья закапываешь? Чё, зима пройдет, ходить искать будешь или наоборот, до лета, до следующего? Неясно все это, в принципе, непонятно. Так, все, давай здесь оставим. Так, это сюда куда-нибудь скинем. Блин, не хочешь ничего нормально лежать? Вот по-человечески все делаешь, не получается. А вот когда тебя пляп, так сразу все вкатывает. Все пахает. Блин, нифига стекла-то сколько наломал. О, да у меня целых два кресла есть. Да, тогда так и сделаем, а че бы нет. Прям во дворике у себя. Столик поставим, в картишки с ребятами играть будем. Так, давай сюда. Ты вот сюда. Воп, нормально, так ведерко к ведеркам. Сколько можно-то уже их таскать? Валяются здесь и валяются, валяются и валяются. Так, все, давай поставим сюда. Оп, отличненько, нормальненько все. Надо будет еще картишки. Вот бинокль, буду что, за соседями наблюдать. Мне кажется, лучше сразу два стола сюда ставить. Ну, чтоб на верочку. Да, блин, чё ж такой косорукий-то я, а? Чё ж такое постоянно происходит? Непонятненькое. Во, давай сюда ставим. Отлично все. Так, вот так. Во, другое дело. Можно и в шахматы играть хучу. Костерчик можно разжечь рядом. Лампу, кстати, наверное, надо будет поставить, чтобы все видно хорошо было. А то у меня этих ламп уже здесь вагон целый. Хотя нет, ну а чё мы вечером сидеть будем? Потом лампу поставлю. Вот стульчик тоже. Сюда же пригодится, мне кажется, нормально пойдет, встанет. Во, втроём я, Васильич, Петрович, Сидорович, Джили... Во, блин, нифига здесь сколько стульев-то надо натаскать. Немало, видимо. Оп, антенну. Так, а где, кстати, телек? Телек, ты где? Не, серьезно. А куда телек делся? Телевизор же был. Куда он делся? В коробке, может, потерянных вещей? Да нету. Лампочка зато сама по себе крутится. Не, куда телек-то улетел? А, я же его поставил уже. Тоже уже, видимо, от Васильича заразился фигней этой. Тоже нифига не помню. Тут помню, там не помню. Что-то, блин, ну что-то другое бы хоть врубили. Тут все равно на расстоянии все работает. Антенну рядом ставишь, все работает. Это нормально все. В принципе, мне кажется, все привыкли, люди в курсе. Так, нифига здесь коробок-то сколько стоит. Долго я это все таскать буду, однако. Ну ничего, рано или поздно все дотаскаем. То потаскаем, все потаскаем. Можно, мне кажется, еще две недели переезжать спокойно. Хотя тут осталось-то комнат не так много, по сути. Ну ничего, скоро мы все точно отсюда вытащим. Оставим его банкротом, так сказать. Он, кстати, вообще, откуда у него деньги? Не работает нигде. Днем и ночью ходит, он даже не спит никогда. А почему он не спит, непонятно. Он сверху, наверное, потому что постоянно занимается, в тонусе себя держит. Да он на массу бы сесть для начала, а то что-то как-то это. Так, коробки-коробушки. Вот такие вот плюшки. Давай, падай. Да падай ты уже. Так, ладно. Надо будет, наверное, потом устроить какое-нибудь все-таки небольшое ДТП. Ну, такое малюсенькое, как говорится, так, чтобы было. Так, все, давай, 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 ставим. То ставим, все ставим, все ставим. Так, кучку надо дотащить, чтобы все отличненько у нас было. Так, потихонечку все дворы перетаскаем. Вот яблоко у меня не срывается. Офигеть, а что ты здесь висишь посреди воздуха? Куда-нибудь еще подальше улетим. Может, я НЛО какой-то вырастил или что? Это реально, это бред какой-то. Почему ты сюда ушла? Ты здесь решила вырасти? Или как? Скажи мне, пожалуйста. А яблоко? Да я тебя задел. Почему ты не упала? Так, ну что-то как-то это.
Блин, на голову чуть не упал, сейчас бы дурачком остался. Вообще печально было бы. Да ему вообще пофигу. Яблоку этому, так вот чем в него кидает, и бесполезность какая-то. Просто в воздухе висит яблоко. Надо куда-нибудь уфологам позвонить, может. Может, приедут, посмотрят, изучат данное явление. Значит, первое в мире летающее яблоко, почему бы и нет? Так, ну да ладно. Кучку вот эту надо все-таки дотащить. Потихоньку, помаленьку, как говорится. Давай, тащим, тащим, когда-нибудь дотащим все. Все-таки. Так, все, давай, 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 иди сюда. Оп, упало. Еще упало. Еще. Да блин, да много что-то накидал здесь. Делов в целую кучу. Так, ну пойдем. Осталось-то, блин. Так, ладно, аду тогда кину сразу. Нифига себе, как кидаюсь беспонтовенько. Ну ничего, разберемся там. На месте, как говорится. Хотя одно выше, второе ниже, а пролетели примерно одинаково. Даже не знаю, какая вперед умудрилась. Машины, да надоели ездить, реально вам здесь крепость построю. Из коробок. Хотя у меня и так здесь целая крепость уже. Ну надо вызвать что-то, сдать реально на макулатуру. Сколько можно-то? Одно и то же постоянно повторяется. Безумие какое-то, постоянное повторение одного и того же. Хотя это, по-моему, анонизм называется, а не безумие. Так, ладно. Еще коробочка. Что ты здесь делаешь? Как ты сюда забралась? Я не понимаю. А здесь кто у нас живет? Э, хозяин, есть кто дома? Алло, блин. Алло, я тебе говорю, ты дома, нет? Да, я слушаю тебя, привет. Это, слушай. Я у тебя мусорки можно утащу? Зачем тебе мои мусорки? Не, ну, я не знаю. Ну, пусть мусорки у меня будут. А мне куда мусор выносить? Ну, можешь ко мне таскать. Нет, сосед, у тебя, видимо, с головой проблемы. Давай иди отсюда, где был. А ты чё такой дерзкий-то, а? Ну, ладно. Окей. Не пойду к нему больше. Он плохой какой-то, не разговаривает со мной. Так, ну, ладно. Давай, давай, здесь походим. Что-нибудь посмотрим еще, поищем. Не знаю, может быть, найдем что-нибудь все-таки. Так, так, так. О, колесо. Хотя, мне кажется, соседу нужнее. Да оно к нему даже не влезет. Да фига тебе такое колесо, которое к тебе даже не влазит. Странный сосед. Ну ладно, раз уж беседочку здесь сделал, беседочки, пожалуй, и посплю. Так, все, ладно, спокойной ночи всем. Так, ну и что сидим, кого ждем? Все за вас, что ли, делать? Так, жмем теперь на кнопочку подписаться, блин, однозначно. Потому что вам это надо, чтобы видеть все новые ролики. Потом жмем на колокольчик и жмем сообщать мне обо всех новостях этого канала. И не забываем, подписка на канал Лехи Смертника повышает вашу потенцию. А если вы девушка, то ваша грудь станет еще больше. Помним об этом. Так, и ты что, думал, что это все, что ли? Конечно же, нажать на лайк. Нужно всегда жать на лайки, чтобы Леха выпускал больше новых и качественных видео. Не забываем об этом. Так, и ты что, действительно думаешь, что это все, что я тебя просто вот так ты возьмешь и отделаешься? Пиши в комментах. Леха, как же ты уже залез в мое сердце со своими просьбами все-таки, блин, сказал бы я. А кто сделает репост, тому вообще отдельное вознаграждение. Помни, что ты лучший мой подписчик. А теперь сверху справа ты можешь посмотреть мое самое новое видео. Справа снизу посмотреть самое подходящее. YouTube думает, что это видео специально для тебя. Снизу слева я не знаю, там, наверное, фигня какая-то. А сверху слева, если нажмешь сюда, то ты подпишешься на мой канал. Так что действуй, брат. Помни, я всегда с тобой, а ты всегда со мной. Все. Всем пока. С вами был я, Леха Смертник.